нашої студії сьогодні завітала Юлія Гончарова, лікарка-стоматолог комунального некомерційного підприємства Миколаївської обласної стоматологічної поліклініки, та Єгор Шарко, заступник головного лікаря з медичної частини та лікар-ортопед комунального некомерційного підприємства Миколаївської обласної стоматологічної поліклініки. Доброго ранку вам! Вітаю в нашій ранковій студії. І сьогодні у нас така тема, яка хвилює всіх. Так? Всі хочемо посміхатися гарною посмішкою, щоб все було красиво, але знаємо, що наш спосіб життя інколи все ж не дозволяє цього, і нам доводиться лікувати зубки. Сьогодні ми поговоримо про протези зубні, так? Які види їх є, що про них варто знати, кому вони прописані, можна так сказати. Так? Тож давайте розпочнемо, які все ж види є у нас. Добрый день. Здравствуйте, телезрители. Хотим вас еще поздравить, коллег, все, кто имеет отношение к стоматологии, с прошедшим праздником, Днем стоматолога. Пожелать всего самого наилучшего, пожелать успехов на работе, ну а пациентам здоровых и красивых улыбок. Сегодня у нас масштаб встречи короткий, поэтому мы будем говорить только о самых основных аспектах. Если у кого-то есть вопросы, пожелания, консультация, приходите, мы вас в областной стоматологии с удовольствием проконсультируем. Мы расскажем поподробнее о видах протезирования и других аспектах стоматологии. Что сегодня мы хотим сказать? Что сегодня самые современные, самые больше всего задаваемых вопросов задаются по дентальной имплантации и по винирам. Что это такое? Виниры – это один из видов протезирования. Это всего лишь один из видов протезирования. Да, он самый малоинвазивный. Он меньше всего нужно пилить зубчик под него. Он самый красивый. Он самый дорогостоящий на сегодня. Один из самых дорогостоящих видов протезирования. Но это не единственный вариант. То есть виниры – это такой же вид протезирования, который нуждается в медицинских показаниях, как и другие виды протезирования. То есть есть коронки, есть накладки. То есть очень много видов протезирования, и многие пациенты приходят и говорят: вот я слышал, хочу виниры, я слышал, есть такое. Ну, дорогие мои пациенты, никогда не забывайте, что есть медицинские показания, и ко всему есть медицинские показания. Это примерно такая же ситуация, как если, например, говорить о том, что у человека проблемы с желудочно-кишечным трактором, а ему назначают таблетку от головной боли. То есть есть очень разные диссонансные положения по этому моменту. То есть ко всему надо относиться. Тобто просто прийти і зробити гарну посмішку за допомогою цих вінірів – це не той варіант. Не всім це можливо. Тобто у кого-то є показання, особливості прикуса, особливості гігієни, о яких Юлія Анатоліївна нам розповість попозже. Дуже багато моментів, які не дають можливості зробити вініри. Тому приходиться використовувати інші види протезування. Хоча вініри є самим естетичним, самим сучасним видом протезування. Просто не завжди і всім можливо його поставити. Об этом тоже нужно помнить и всегда консультироваться по поводу показаний и противопоказаний у своего лечащего врача. Тобто варто про це пам'ятати, тому що багато на сайтах читали, що ось хочу гарну посмішку, білосніжні зубки, але багато також дивляться саме із технології, як встановлюють, от роблять ці вініри, там спилюють зуби, і це інколи страшно подивитися саме, яка посмішка до, і потім, коли вже встановлюють саме ці протези. Так? Конечно, є дуже багато композитних, хороших, современних матеріалів, от Юлія Анатоліївна о них вам теж розкаже более подробно, как врач-терапевт, которые иногда позволяют уйти от виниров, сделать красивую улыбку и без протезирования при помощи технологии так называемой наращивания зуба. Очень много есть разных нюансов. Современная стоматология богата на материалы, богата на разные возможности, поэтому всегда нужно не зацикливаться на чем-то одном, а приходить за консультацией к врачу и услышать совет врача, что он бы советовал в вашем случае предложить сделать. А потом уже делать выводы, смотреть и как бы продолжать дальше лечение. А якщо ж все ж у нас таки вже більш таке захворювання поширюється, і навіть із втратою зуба, то є і такі протези, так? Навіть дентальні імплантанти вимагають. Дентальні імплантанти Дентальные имплантанты на сегодняшний день действительно открывают новый спектр возможностей для реабилитации пациентов. Почему? Потому что раньше была возможность у пациента либо установки мостовидных протезов, где нужно пилить зубы обязательно, либо установки съемных протезов, которые нужно снимать, ухаживать. Многие пациенты не особо рады такому виду протезирования, как съемное протезирование. А благодаря наличию имплантантов есть возможность от этого уйти. То есть возможность сделать несъемные конструкции, можно поставить одиночные коронки, не обрабатывая, не опиливая соседние зубы. То есть дентальные имплантанты на сегодняшний день очень сильно расширяют спектр протезирования и делают протезирование более удобным, более качественным, более красивым и более функциональным для того, чтобы наши пациенты были более довольны.
Ну от ми бачили зараз також варіанти, як саме встановлюють так, імплант, так, якщо я правильно розумію, це саме так і є. Ну, різні види, да, протезування на дентальних імплантантах, одиночні коронки, улучшення фіксації съйомних протезів при допомозі дентальних імплантантів, переход повністю на несъйомні конструкції. Ну, опять же, ніколи не потрібно забувати, а самом важном о медицинских показаниях. Они есть всегда и во всем. Есть показания, абсолютные показания, абсолютные противопоказания против дентальной имплантации. И от них не стоит забывать, потому что это приводит иногда не очень хорошим результатам и спорным случаям, когда потом пациенты говорят, что они поставили имплантаты, они не прижились. Это тоже приводит к тому, что, возможно, на каких-то этапах происходило либо недообследование пациента, либо нарушение технологии установки дентальных имплантантов. Поэтому надо помнить о существовании медицинских показаний во всем и везде, и тоже вести диалог с врачами по поводу того, насколько необходима дентальная имплантация и в каком именно объеме и виде. Потому что иногда пациенты не совсем понимают, вот я хочу вот такую конструкцию. Врач объясняет, что здесь такую конструкцию нельзя поставить, а надо идти на какой-то компромисс для того, чтобы получить качественную конструкцию. Ну и вот в таком ракурсе стоит продолжать. Но самое главное во всех эксплуатации всех съемных протезов, несъемных протезах, дентальных имплантантов, коронок, виниров, самое-самое главное для того, чтобы они служили долго, качественно, хорошо, это гигиена. То есть, если не будет качественной гигиены, профессиональной гигиены, личной гигиены, то все конструкции рано или поздно обречены на проблемы и, возможно, даже замены. А если конструкции будут, за ними будет хороший уход, правильный, то эти конструкции будут служить долго, качественно и хорошо. Об этом вам может рассказать так наш ведущий то гигиенист. Давайте перейдемо все ж до гігієни. Дійсно, якщо правильно доглядати, то скільки по часу все ж витримають ці імпланти і всі протези, ось, наприклад, якщо все ж правильно доглядати? На сьогоднішній день є, да, гарантійні даже условия, да? Поэтому, если у человека уже происходит, человек пришел и он запротезировался, то есть либо это дентальные имплантанты, либо это виниры, либо это коронки, неважно, какие конструкции, даже те же самые реставрации, да, то есть все требует ухода, так же самое, как и здоровые зубы. И я хотела сказать, что на сегодняшний день пациенты приходят за белоснежной улыбкой, но белоснежная улыбка не является показателем здоровой улыбки. То есть первым делом, зачем должны приходить пациенты, они должны приходить за здоровьем, для того, чтобы полость рта, она как бы была здорова. Поэтому на сегодняшний день очень большой спектр средств по уходу за полостью рта. То есть это для людей, у которых есть, да, какие-то конструкции полости рта ортопедические. Это ёршики различные, вот как бы, да, у нас мы взяли несколько вариантов. Различные флосы, они могут быть просто на нитке, либо уже могут быть с таким вот держателем. Mm-hmm. То есть что, ну, как бы достаточно удобно. Ёршики, это, ну, да, такая конструкция, они как раз вот ними можно прочистить все межзубные промежутки, особенно в области протезов. То есть у нас здесь даже есть вот импланты, да, вот мы прекрасно за ними как бы вот попадаем. Таким образом поддерживаем, вычищаем все остатки пищи, потому что здоровый рот – чистый рот. И, естественно, самый лучший способ, да, – это чистка зубов, ну, как минимум 2 раза в день. А гуру-стоматологи, да, говорят, что лучше всего чистить после каждого приема пищи, либо хотя бы прополоскать. Таким образом мы будем поддерживать наши зубы в чистоте, соответственно, будем бороться с… Да, да, тут у нас несколько вариантов, да, здоровых зубов и вот у нас уже подверженных кариозному процессу. Это наглядное пособие для наших пациентов, поэтому обязательно нужно, ну, не лениться и не забывать, и уделять, то есть это всего лишь пару минут в день, да, пару раз, и это нам обеспечивает наше здоровье. И прежде всего, да, то есть мы сейчас говорим уже для людей, которые, ну, требуют замещения каких-то дефектов, но начинать это надо с детства. То есть вы должны понимать, что первая чистка зубов у ребенка происходит с момента появления первого зуба. И это делает мама, естественно. И в принципе, по-хорошему и правильно из-за границы рекомендована, то есть контролируемая чистка взрослыми до 10 лет ребенка. То есть это правильно. То есть ребенок почистил зубы, да, а мама проконтролировала и дочистила там, где, ну, может быть, ребенок не достает, особенно это боковые участки. До 10 лет, так? Да, это рекомендация на сегодняшний день за границей. То есть действительно так оно и есть, потому что ассоциация детских стоматологов, она это рекомендует, в принципе. И я, как мама своих детей, так же самое контролирую чистку. И потому что ребенок должен
знать, то есть это основа гигиены полости рта, так же самое, как и гигиена всего организма. Если ребенок будет чистить зубы, если он будет к себе относиться с трепетом и с любовью, он вырастет послушного, правильного гражданина, да, который будет себя любить и так же само относиться к своему здоровью с трепетом. Дістала такий препарат, такий цікавенький, знаєте, і я вам скажу, це теж для чистки зубчиків наших. Да, учитывая, что у нас не очень много времени эфирного, значит, чистка зубов должна быть 2 раза в день, да, минимум, если есть какие-то показания, то есть заболевания там общего протонда, то может быть и, не, и больше. Щетка подбирается индивидуально, мягкая, средняя, жесткая, в зависимости от тоже состояния полости рта. Обычно все, ну, пользуются средней степени жесткости. Мягкая – это когда есть, ну, проблемы с тканью протонда. К средствам гигиены, да, у нас относится зубная щетка, зубная паста, зубной ополаскиватель, различные, мы говорили, да, ёршики, флосы. Флос – это зубная нить для очистки межзубных промежутков, которые, то есть, ну, вот зубов между ними, да, то есть у нас… То, вот, что важко дістати щитки, то, что, да, то есть место соприкосновения зубов, двух зубов, вот они, да, вот чистятся. Таким образом вычищаются остатки пищи, потому что все, что остается в полости рта, то есть оно потом негативно воздействует на эмаль. Также дополнительным, одним из дополнительных средств, да, является ирригатор. То есть у нас вот есть такой наглядный пособие. Это аппарат, который под давлением очищает, под давлением струи воды разными насадками. Вот у нас есть, да, такая насадочка, она тут с щетиночками на конце. Есть просто обычные, и то есть абсолютно нет противопоказаний, да. То есть это дополнительная очистка, так же само обычных зубов, где они, ну, просто здоровых, то есть, да, поддерживающие состояние. Либо уже при каких-то там конструкциях ортопедических тоже дополнительно. Плюс это дополнительный массаж десен, что улучшает кровоток и, ну, как бы циркуляцию. И, ну, то есть мы это можем делать щеткой, да, определенными движениями, также можем добавлять ирригатором. И все это в комплексе, казалось бы, это вроде бы, да, ну что вы говорите, но в комплексе это все очень благоприятно воздействует на полость рта, на зубы, на десна, естественно, потому что все взаимосвязано, и, соответственно, у нас все начинается здоровье, да, с полости рта, в принципе. Здесь хорошо, и дальше по организму пошла чистота, уже как бы нет дополнительных никаких негативных влияний. Чистить, да, зубы, у нас есть основные типы движения. Это выметающие от десны к коронке зуба, обычные, да, вот мы их как бы чистим. Потом горизонтально у нас идет по жевательной поверхности боковых зубов, как правило. Также самое выметающее изнутри, да, от розового к белому, как бы мы тогда деткам говорим, так легче воспринимать, когда вот в садиках, в школах объясняешь. И заканчиваем нашу чистку мы круговыми движениями, таким образом обеспечивая тоже дополнительный массаж десен, то есть улучшая кровоснабжение, циркуляцию. По часу скільки має займати чистка? Пару минут, верхнє. Тому що є різні там думки, 3 хвилини, 5 хвилин стояти просто з щіткою. Чистити зуби треба до відчуття чистоти. От ви почистили зуби, да, якщо у вас правильно підобрана щітка, правильно підобрана паста, вона как бы все грамотно, правильно, для цього ви можете використовувати теж, звісно, консультацію своєго лечащого врача. Тоді ви сполоснули рот, і ви чувствуєте, що у вас все просто, ну, вот, супер здорово, гладко, красиво. Тоді це значить ефект. Активно, хорошо. Для детей дополнительно есть такие как бы маркеры гигиены, то есть это как бы таблетки, либо жидкость, которую ребенок может прополоскать, и налет, если ребенок, ну, ленится и плохо, и это очень показательно для них, он окрашивается в розовый, там, либо зеленый цвет, в зависимости от того, от давности налета. И таким образом ребенок видит, что он не дочищает, и может уже мама дочистить. Это тоже как бы, да, замечательно. Плюс на сегодняшний день 3D-технологии, то есть различные щетки электрические, которые тоже, ну, как бы мы к ним не относимся отрицательно, которые на сегодняшний день уже в телефонных приложениях вам пишут кривую, как вы чистите зубы, где вы дочистили, где вы не дочистили, это все уже даже вот так, да, сделано. Так что на сегодняшний день на самом деле все, ну, имейте просто пару минут в день уделить себе, и вам не нужно будет, да, прибегать к каким-то, ну, дополнительным вмешательством, протезирование, все остальное. Вы будете, да. Ну, лучше мы будем вас учить гигиене и помогать вам, ну, заниматься профилактикой, да, чем, честно говоря, решать очень сложные ситуации. И я хочу сказать, что не забывайте, пожалуйста, что к своему врачу на профгигиену вы должны приходить раз в полгода. Если это дети в период сменного прикуса, это может быть и раз в 3-4 месяца. Если вы только просанировали, вам как бы сделали много, большую, так бы, да, комплексную работу, то это тоже может быть раз в 3-4 месяца для поддержания
содержание для, для того, чтобы наблюдать, все ли в порядке. Поэтому не игнорируйте. С этого, казалось бы, ну, с этой мелочи начинается здоровье всего организма, в том числе и здоровье желудочно-кишечного тракта и так далее, и тому подобное. И все это дальше идет. Поэтому оно все взаимосвязано. У нас наш организм, он абсолютно взаимосвязан, каждая ниточка, поэтому все надо беречь. Тому чистимо зуби правильно, доглядаємо за своєю посмішкою, за своєю ротовою порожниною і будьте завжди здорові. Я вам дякую за ці поради. Звісно, ефіру не вистачає, щоб розглянути всі теми, все, що хочеться запитати. Я думаю, якщо ви будете звертатись до своїх лікарів за консультацією, вони вам обов'язково все розкажуть. Тому будьте здорові!